Приветик. И тебе, мой друг, приветик. И тебе приветик. И тебе приветик. Всем привет, дорогие друзья. С вами Зиппо. И мы продолжаем проходить Deliver Us the Moon. В прошлой серии мы остановились перед входом в загадочную дверь. Давайте продолжим. Так, что мы имеем? Здесь закрыто. Судя по всему, мне сюда. Я что-то пропустил мимо глаз, что он там сказал. Что там с кислородом? Системы жизнеобеспечения отключены, запас кислорода критически мал. А, это нормально, чё. Очевидно, сюда. Центр управления. Мне здесь ничего нажать не надо. Shit. Не, ну отлично, чё. Пока. Сейчас будет, короче, квест по захвату кислорода. Куда она вообще двигается? Вот здесь вижу кислород. Сейчас подкорректируем. Может быть, через внутреннюю часть пролететь. Так. Я не вижу больше кислорода, это плохо. Вот там вижу кислород. 17 секунд. 15. 14. Боже, пригорает. Спасите, помогите. Вот еще вижу 3-4 баллона. Это стоп, 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 стоп. Это было не очень приятно. Вы знаете, мне походу нужно было вернуться за этим кислородом. Да, 100%. Все, земля погибла. До свидания.
Так, вот там мы пролетели, да? В прошлый раз, получается. Мне, видимо... Раздражающий звуковой сигнал. Не беси, пожалуйста. Вот. Давайте вот так спустимся. Запас есть небольшой, да? Сейчас там бахнет что-то за спиной вроде. Или впереди. И чё? И всё. И опять труп сейчас будет плавать в космосе. Ничего не пойму, что. Эти я поймать не могу, но до туда никуда не долетаю. Я пролетаю просто мимо постоянно. Понятно. С такого расстояния кислород не вижу вообще. Вот, вот баночка, кажется. Да. Мне туда, наверное, залетать не стоит. Тут, блин, говорю, залетать не стоит, и сам залетел. Молодец. Куда дальше? Сюда, наверное, в шлюз вот этот. Да, вот там баллончик я вижу. Фух. Чуть не погиб в этом космосе. Представляете, единственный, последний космонавт, который отправился спасать Землю, чуть не погиб. Просто вот так. Бум, и нет.
вывести робота ICE, чтобы получить доступ к центру управления МРТ. Так, робот. Это, видимо, наверное, единственный спутник будет, который здесь может жить помимо меня. Какая дверь открылась? Ага, вот она. Лунный узел. Seems empty. Where is everyone? I have no idea. I've never seen the base like this. Is Alex getting any heat signatures? No, nothing. This can't be right. I'll go downstairs, see what I can find. Sarah, we'll figure this one out. And thank you, both of you, for saving me when the blackout hit. I know I, Expedition team, you must be at the surface by now. Remember, you only have 40 minutes down there. Copy that, Pearson. Don't mention it, Rolf. Can you check out the control center and see what's wrong with the MBT? Will do. Keep your comms on. I'll update you when I find something. Помещение самого Исаака. Комната Кэти. Ну, то явно каюта этой девочки маленькая. Вернее, они здесь вместе жили, наверное, это он. Она здесь. Так, личные помещения совета Уильям МакАртур. Журнал. Чуть не прочитал, чье помещение. Роза Леверде.
Уильям МакАртур, контроль безопасности и перевозок. Закрыто. Не исключено, что мне туда нужно попасть. Давайте посмотрим. Миссия. Перейти в центр управления МРТ. Вывести робота. Совет. Вот он, этот робот. What the hell was that speech about? Our next chapter, Rosa. It's time. The ships will be ready soon. You can't be serious. I don't know how you plan to fix this mess, but you'd better do it now. That won't be necessary. Come with me. You are serious. Will, have you lost your mind? We can't leave the colony behind like this, not during this blackout. Not with the MPT signal still offline. People on Earth depend on us. Don't concern yourself with them. Those days are over. We have to start the long journey ahead. That was the agreement. The ships were supposed to be our last resort. We didn't give up the first time, and we are not giving up now. When the network is back online, we can provide Earth with power again. We are close, William. No, we're not. We're not close at all. If you still think we can power the entirety of Earth with the MPT, you're more delusional than I thought. We have one last hope, and it's outward. Now get ready, because we're going. I'm not leaving, Will. Not like this. I'm not asking. Get her on the ship. What? Is this really... Любопытно. Так, и куда мне его бросить можно? Бросить нельзя. Так, обслуживание. Наверное, мы его должны отремонтировать. Видимо, поискать надо компонент. Вот здесь вижу, что-то лежит. Так. Давайте попробуем пока что эту деталь поставить, которую я нашел. Нет, это не то. Где-то... Где-то еще деталь лежит. Вот там, наверное. Required.
Еще одна деталь. Видимо, она и нужна. А, все три части нужны были. Хорошо, хорошо. Давайте починим. Так, вероятно, не с той детали начал. Вот это, наверное. Да. Это есть. Теперь, видимо, вот это. Нет. Знаете, такой из меня техник. Ага, это, наверное, вот так должно быть. Так, вот эта дверь открылась, значит, нам надо здесь еще какие-то детали найти. Туда, чтобы попасть, нужен тоже робот. Но давайте посмотрим, может быть, эту деталь только и нужно поставить. А это целый комплекс деталей. Ёшкин кот. А есть схема вообще? Блин, ну методом тыка тоже не очень интересно и прикольно собирать что-то.
Так, пробуем эту деталь. Так, ну если предположить, смотрите. Вот это, наверное, идет основа. Или он мне сразу показывает то, что это не та деталь. Ну да. Точно, что-то я тупанул совсем. Он красным показывает, мол, деталь не та. Что ты ее лепишь сюда? Вот, скорее всего, вот это, да. Следующая пойдет. Теперь, наверное, вот это. Вот, теперь вот это. Ну и заключительное вот это. Отлично. Как его перезагрузить? Как это трогательно. А куда мы попадем с нашим другом АСЕ, мы узнаем в следующей серии. Если вам понравилось видео, поставьте лайк, подпишитесь на канал. Всем удачи и пока-пока.